Воинский мемориал, памятник солдату и вечный огонь. Здесь ежегодно 9 мая проходят митинги, а неподалеку, в глубине кладбища, есть еще одно памятное место – обелиск участникам обороны Ленинграда и несколько братских могил. Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду шли с июля 1941 года. Благодаря превосходству в военной технике и людях, в начале сентября фашистам удалось окружить город. Началась блокада. Сообщение с осажденным городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. 872 дня голода, страданий, борьбы за жизнь. Но гитлеровским войскам так и не удалось сломить сопротивление и дух жителей, и защитников Ленинграда. Оборона города на Неве стала символом героизма и мужества советского народа. Город был полностью освобожден 27 января 1944 года. Этот день стал днем воинской славы России. В эту победу немалый вклад внесли и череповчане. Одни на фронте, другие в тылу. Железная дорога, проходящая через Череповец, была единственной артерией, связывающей блокадный город, Ленинградский, Волховский и Карельский фронты со страной. Череповец стал крупнейшим эвакопунктом и городом-госпиталем. Через небольшой провинциальный городок прошли более 2 миллионов эвакуированных ленинградцев и раненых солдат. Лучшие здания были отданы под госпитали. Изможденные блокадники жили в семьях череповчан. Вот что писал о тех днях начальник эвакопункта Павел Малков. Работали до изнеможения, часто по 2-3 смены в сутки. От усталости валились с ног. Весна 1942 года была очень тяжелой. Вспышка эпидемии. На вокзалах, в больницах, в эвакопунктах большое количество трупов. Трупы были захоронены в братские могилы. Эпидемия потушена. В Череповецком архиве сохранилась книга отзывов о работе Череповецкого эвакопункта. В ней много благодарностей в адрес череповчан. Эшелон 21 с детьми из детских домов Ленинграда в полном порядке прибыл на станцию Череповец. Администрация этой станции с вниманием и любовью заботилась о питании и прочем. Дети и обслуживающий персонал получили горячий обед и сухой паёк. Едем хорошо. Начальник эшелона Щепетильников. Обелиск участникам обороны Ленинграда был открыт на городском кладбище Череповца в 50-е годы. Средства на памятник собрали горожане. По обе стороны от обелиска расположены братские могилы блокадников и воинов, скончавшихся в череповецких госпиталях. На некоторых захоронениях несколько лет назад появились таблички со стихами и словами благодарности. Я договорилась, нашла человека, который написал бы определенные слова, посвященные, значит, вот этим людям, лежащим в этой братской могиле Глушенкова Валентина. Она написала, были установлены сразу же плиты. Ежегодно в Дни памяти горожане приносят к обелиску венки и цветы. Череповчане чтят память о ленинградцах и защитниках города, а еще гордятся земляками, которые в годы войны совершили подвиг трудовой доблести, славы и гуманизма.